Вот, ребят, вот это вот дамба, которая разделяет Iron Gate резервуар, и отсюда вытекает Ломах Рива. Сейчас я вам покажу ее. В принципе, вот вы ее видите. Ломах Ривер славится тем, что сюда возвращается Селман. Она возвращается, Селман, у нее такая манера, она возвращается туда, где она родилась. И вот эти вот, видите, вот эти вот короба, и дорога идет туда. Я сейчас вам напишу, прочитаю вам, что на ней написано. Значит, это Hatchery Factory, то есть фактори, где разводится Селман. А вот это впереди гора, где наши пропити. Где наш, это сам, вот видите, отсюда совсем недалеко. Где наша будущая дача, так сказать. Ну, жить зимой здесь я не собираюсь, ребят. Это, в общем-то, не это сам, не адвертайзинг для того, чтобы все русские сразу сюда приехали и начали здесь жить. Но действительно, место очень красивое. И в Калифорнии не так уж много места осталось, где вот так спокойно, может быть... Где вот так спокойно, может быть, один человек провести свое время в одиночестве. Вот, вот такие вот здесь надписи. Ломах Ривер. Ну, не знаю. И вот, вот, видите, Fish Hatchery. Вот так вот будет видно, наверное, да? Во. Вот, это Танюха там вылезает из машины. У нас там сзади наша лодочка маленькая. Вот, и вот это вот, видите, тоже надпись, значит, вы можете прочитать. Iron Gate. Вот, а мы приехали вот по этой дороге вот оттуда. То есть озеро находится с той стороны. С той стороны вот этого холма великого. Ладно, значит, здесь мы все вам показали. И вот Ломах Ривер идет вниз. Она становится шире, шире, шире. И в свое время спадает, значит, где-то миль 30 отсюда она впадает в Сакраменто Ривер. Вот, вот видите, отсюда более хорошо видно всю эту дамбу. И там народ копошится, что-то такое делает. Вот это какая-то водная труба, я так полагаю. Вот, а может это типа электростанции что-нибудь, наверное. Скорее всего, да. Вот, и водичка потихонечку, вот она течет. Сейчас посмотрим с этой стороны, может быть, мы увидим какую-нибудь крупную рыбу тут, которая плавает в воде там. Видите, вода чистая, то есть хорошо просматривается дно. Но два дня назад были дожди, то есть она немножко, конечно, мутноватая. Немножко мутноватая. Ну, красота, правда? Вот согласитесь, что это очень, действительно, очень здорово, красиво. Все это очень красиво. Вот, Танюха идет по мосту, мы переходим через Ломах Ривер на другую сторону и направляемся в сторону... Соответственно, направляемся в сторону вот этой фактори, где разводит Селман. Селман разводит здесь трех пар. Здесь, видите, вот такие вот резервуары. Вот это вот здесь выращивается стилхед, малек стилхед, да? И потом это стилхед, когда он вырастет, она у рыбы сплавится вниз по реке, потом вернется сюда. На нерест она вернется сюда. Вот здесь вот, вот такой вид Селмана. Коху Селман. Мы вам потом сейчас все покажем. Если мы увидим там рыбку, то мы вам ее, конечно, естественно, покажем. Вот, здесь у нас другая селман. Здесь видите, сколько рыбы? О! Вот сколько здесь селманов плавает. Но это совсем другая порода селман. Давай поймаем язычком. А зачем же мы их поймаем? И засолим? И в пруду себя разведем. И засолим. Вот Танька говорит, давайте поймаем сачком. Посмотрите, она прям здесь черная от рыбы, видите? Это все селман, будущий селман. С ума сойти, вот сколько их здесь. И вот здесь они даже выпрыгивают из воды. Вот здесь, видите, вода у них постоянно идет. Это какая у нас? Это у нас, видите, какая селман? Это у нас чинук селман. Хочется показать ребятам, как она прыгает. Вот, видите, о, вот сколько ее здесь, о. Но самое интересное, значит, мы здесь были осенью, и рыбу готовили, наверное, уже спускаться в воду, в основную в реку. Вот, смотрите, здесь прям их куча.
Во их сколько здесь. Во сколько будущих селманов, посмотрите. Посмотрите, сколько селманов пойдет в реку. Во. Во, во дают. Видите, они меня боятся, они меня видят, и они тут же шарахаются от меня. Здесь вообще черно от них.